Юный житель Вичуги Иван Дятлов стал призером Всероссийского фестиваля «Хрустальные звездочки», где занял 3-е место в номинации «Вокал». Этот конкурс является традиционным. В нем принимают участие дети работников службы судебных приставов, правоохранительных органов и других госструктур. Руководитель областной службы судебных приставов приехал в Вичугскую школу, чтобы лично поздравить «Хрустальную звездочку» из Ивановской области. Победа Ивану далась нелегко. Взыскательное жюри предварительно рассмотрело почти 400 видео и аудиоматериалов с выступлениями участников и выбрала лучших. А по итогам финального концерта мальчик вошел в тройку победителей. Жюри очень достаточно такое представительное. Председатель этого конкурсного жюри Иосиф Давыдович Кобзон, Елена Образцова, Ангелина Вовк, другие, в общем-то, известные лица. Не без спора, потому что Ваня Дятлов претендовал на 1-е место. Вот. Но, к сожалению, досталось ему 3-е, хотя это, в общем-то, достаточно большой успех.